Я люблю тебя. Возьми меня. Еще не поздно. Возьми. Я пришел сюда, сеньора, потому что вы, я знаю, в этом доме, и вы самая прекрасная женщина Тулузы. Я прибыл сегодня вечером и сразу отправился в отель «Веселые науки». Там собралось многочисленное общество, и я хотел петь там свои песни. Но когда я узнал, что вы уехали, я тотчас ринулся сюда, вслед за вами, потому что слава о вашей красоте гремит в нашем краю, и я давно уже жаждал увидеть вас. Спойте еще. От бедного сеньора, если вы выцарапаете ему глаза. Какой цинизм! Толкнуть собственную жену на измену самим собой. Да он сущий дьявол! И даже убедили меня, что вы золотой голос королевства. Но я и есть золотой голос королевства. Значит, вы просто подшутили надо мной. Не совсем, и вы это знаете.